Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ах ты ж, юперный парет! Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут! Ну, скоро увидишь, кто там живет! Если кричу бревно, хватайся за поручень! Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в сотку кличем. На вид они, конечно, жуть, но мясо просто ум отдержит. Особенно под пиво. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции.
И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Фу! Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, типотяжки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется, ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, Федь, как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да все переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... Поэтому с самого туннеля красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннель. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Э, Семён! Дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артем. Гроза Кревет. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Семен, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А че там у тебя? Да шут его знает. Вернулся вчера с Октябрьской с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирк уродов. И шо? Не мешай! Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Типа гвоздь программы. Ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. А как зыркнет, в натуре волосы на жопе шевелятся. Слышь, братан, а ты не в курсах? Че это там за красноперые подтянули? А у них с кислым остальными паханами терки реально. Мутить что-то собрались по-крупному. По-крупному, говоришь? Тут агандовский тоже не... А вот барсетку возьмите, пацаны, отсюда. А кому рыбки свежие? Что тут у нас? Узики. Ты бы еще глазики притарабанил. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь. А там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Бандиты,
давай! Так, встали и вышли! Простите, ты что вы сказали? Ты что, не понял? Канай за столик! Мы же тут уже ты полчаса! Ты тут что вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще! А ну тихо, пошли! Тихо, Тоха! Куда пошли? Не, ну я что сказал? Ты на! Ну сейчас! Барахло все свое забери! Ну сейчас, сейчас! Нет, что так медленно? Так, быстро заказ приняли, но... Да нормально все, Тоха, чё ты? Делать все раз было. Мясо, бараши и пирога. Все, Тоха, сейчас. Тёлок не калечить, ясно? Эй, а деньги? Давай. Ну, да, местного спроси. Брысь! Э, алло! У нас тут ни коммунизм, ни разу. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же сиськами, с кислым корешом. Сиськами потрясли. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны всё равно гони. Чё это за жизнь-то такая? На кое оно мне всё? Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули чё дальше, меня... дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори, не стесняйся. Я сама на выдумке гораздо. И это все? Странный ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда... Я тут что-то не понял. Есть тут пацаны. Все-все-все. А кому надо? Вот, сейчас еще по одной. По одной? Ну, чё там, чё там? Чего стоим, кого ждём? Чё? Чё за... Come on!
уже! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач, все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суки! Артём? Ах ты, сука! Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Надевай. Это тебе мой презент. За бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня